Один из последних автопортретов написан, вероятно, в 1668 году. Это самый трагический из автопортретов Рембрандта, полный глубочайших противоречий и вместе с тем неслыханной творческой смелости. Ситуация картины похожа на сновидение, где зыбкость и недоговоренность формы сочетаются с живописным блеском и навязчивой, почти устрашающей достоверностью. Художник изобразил себя резко освещенным, сутулящимся, выглядывающим из темноты из-за правого края картины, с издевательской усмешкой на высохшем, морщинистом и дряблокожем лице. На голове у него рабочая белая шапочка. На плечи наброшен старый, грязно-зеленый, бывший когда-то шелковым шарф. В опущенной под руку левой руке поднятый вверх тонкий муштабель, торчащий в левом нижнем углу картины. Центр и правая часть плавно обрисованной фигуры Рембрандта с широким и мягким левым плечом сильно освещены. Из мрака, сгущающегося слева в глубине, вырисовывается край высоко поднятого, сурового и оскаленного мужского профиля. По-видимому, это изображение на картине, стоящей слева в глубине, на скрытом чернотой мольберте. Простая рабочая одежда художника с силой живописного мастерства превращена в сказочное видение, в волшебные потоки струящегося справа налево и вниз сверкающего, расплавленного золота широкого шарфа на левом плече и груди. Но как вылеплено это потрясающее лицо? Увядшее, искаженное глубокими морщинами, глаза маленькие, налитые кровью и потускневшие от слез, нечесанные волосы, выбивающиеся из-под шапочки и совершенно седые, запавший рот с опущенными в гримасе непреодолимого отвращения уголками губ. Зубы давно повываливались, обнаженная кожа шеи и подбородка отвратительно обвисла. Но Рембрандт сохранил все свое прежнее мастерство, огрубленное неистовством, менее гибкое, чем раньше из-за долгого перерыва в работе. Оно, тем не менее, жила прежней жизнью в его разрушенной плоти и холодеющей крови. Но что означает этот жуткий и горький дьявольский смех, в котором слышатся рыдания? Над кем смеется Рембрандт ван Рейн? Над собой или над зрителями, к которым обращена эта язвительная гримаса? Небольшие, прищуренные, гордые, непреклонные, больные, старческие глаза с резко взметнувшимися вверх дугами бровей смело обращены на нас, и полуоткрытый беззубый рот художника победно и откровенно усмехается. Хохочущий беззубый старик. Такое противоречивое соединение было совершенно немыслимым для ренессансных портретов, где люди вообще никогда не смеются. Ведь смех – состояние слишком неустойчивое, несоединимое с внутренней монолитностью образа типа. Разве только легкая тень улыбки у них возможна? В Голландии мужчины и женщины наконец смеялись на портретах Франца Хальса. Но только Рембрандт способен был изобразить смеющегося старика, да еще использовать в качестве натуры для такого портрета самого себя. И только Рембрандт способен был показать с такой беспощадной откровенностью свою старческую немощь и сделать из этого призрака безмерного одиночества художественное произведение такой правдивости и вместе с тем сказочной выразительности. Вот что вы со мной сделали. Да, я стою одной ногой в могиле, но правда моего искусства бессмертна.